Михаил с победой. Очень важный матч. Но игра показалась грубой. Были споры, как-то все завелось. Ваше мнение, почему так? Ну, наверное, это как раз тот дух борьбы, когда такая игра должна была быть. В принципе, играла первое-второе место. Наверное, никто не хотел уступать. Собственно, это переросло в такую достаточно жесткую, грубую игру. И где-то местами, мне кажется, судьи могли более... Чуть раньше, да? Да, чуть раньше это все остужать, да, более быть внимательными. И тогда бы, наверное, до этого не дошло. На ваш взгляд, ваш первый тайм лучше или второй тайм по розыгрышам, по какому-то пониманию игры, в принципе? Я скажу так, что оба тайма были одинаково хорошими. Наверное, потому что сегодня у нашего одноклубника день рождения. Хотелось бы его поздравить. Да, поздравляем. Вот. А так, если серьезно, то, наверное, был ряд не очень убедительных игр. Тренер внес определенные коррективы. И вот последние несколько игр команда играет, в принципе, дисциплинированно и ровно всю игру. Какое-то вот ощущение того, что чуть повезло при первом мяче, и это сыграло роль игры, есть или нет? Или все-таки как-то... Нет, знаете, везет сильнейшим, не зашел бы такой мяч, зашел бы другой, который был более явный. С победой вас поздравляю. Спасибо.